65 лет семейной жизни пролетели, как один день, признаются супруги Ковшовы. В этом году отмечают железную свадьбу в окружении двоих детей, троих внуков и 8 правнуков. Поэтому в своем рецепте семейного счастья супруги Ковшовы уверены, как никогда. Это и просто, и сложно в том числе. Ну, во-первых, надо иметь хорошие семейные традиции. А я скажу, что любить и уважать друг друга мало. Мало того, надо понимать, в доме мужчина хозяин. Хозяйка – это я, он – глава семьи. Детей надо воспитывать, образование им дать, поставить нам на ноги, чтобы они сами могли работать, выучить их. Таких образцовых семей в Самарской области много. Сегодня их чествовали в торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самара. В преддверии Дня семьи им вручили медали за любовь и верность. Эту награду получают семьи, прожившие в браке более 25 лет и воспитавшие достойных детей. 27 лет. 5 родителей. Инициатива больше детей была, жены больше. Но я сейчас жалею, что надо было 7-8 надо было. Спасибо властям, что обращают на нас внимание, работают с многодетными семьями. Спасибо президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, потому что законы такие принимают. Супружеские пары поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Для каждого человека в мире самым главным, самым приятным местом является домашний очаг, где его ждут, где его поймут, где его поддержат. Семья для нас – это остров уюта и покоя. Но еще крепкие, благополучные семьи – это основа государства. И я хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы много-много лет несете в себе это чувство взаимного уважения, любви и преданности. День семьи, любви и верности – это праздник не только для юбиляров семейной жизни. 8 июля в Самаре запланировано много праздничных мероприятий для жителей и гостей города. Ольга Волкова, Константин Головин. События.